кончена школа, последний звонок, прощаться не хочет. Ваше тебе, о, любви.
стала для вас Торинту. С сегодняшнего дня вы получили аттестат на руки и становитесь свободными гражданами нашей Украины. Именно с сегодняшнего дня вы выбираете свой жизненный путь. Кто-то выберет учебу, будет поступать дальше, усовершенствовать свои знания для получения профессии. Кто-то из вас получит профессию, постарается получить профессию и уже начнет работать. Но цель во всех одна – быть полезным для общества, принести добрые плоды. И вот хотелось бы вам от имени церкви пожелать вам Божьего благословения и успехов, а возможно и удачи в выборе жизненного пути. И помните всегда, что все дается от Бога. И жизнь дается, и родители даются, и дети даются. Все это дается от Бога. И, как говорит Евангелие, вы сегодня слышали, что просите и дастся вам. Ищите и брящите, толците, и отверзится вам. То есть, если думаете усовершенствовать свои жизненные пути, то дерзайте, поступайте, продолжайте усовершенствовать тот свет духовно-нравственный, который вы уже начали в школе, и дальше усовершенствовать. Кто же думает совершенствоваться, усовершенствовать в работе, пожалуйста, двери открыты. Но помните всегда, что любое вы дело, которое вы бы не начинали в своей жизни, оно всегда должно начинаться из просьбы к Богу, просить Бога: «Господи, помоги мне сделать то». Только с Богом мы способны делать добрые дела. Все дела ваши делали без благословения Господом, благословения Господа нашего Иисуса Христа. Николая. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Паси Господи помилуй. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всякое благое дело. Так же само. Иоанн. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На всякое благое дело в выборе вашей жизненного пути. И во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так же само награждаю Анатолий во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Иконка и ангел хранителям с миром да излиет Ирина во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, все остальное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так же само, пусть Виктория во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Прославляется как имя Юлия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.